Вот, друзья, Наташа. Наконец у нас появилась на экранах. Это Наташин воспитанник. Как зовут? Чарли. Чарли, да, точно. Это Чарли. И получается... Такой он ласковый, хороший такой воспитанник, симпатичный. Она купила чуть ли не по 20 долларов. Чего по 20 долларов-то? Тапочки. Тапочки, давай покажем. Друзья, это 20 долларов тапочки. Ну, они стоят дорого, это на сейле. Центов 60. Дорого каждый может купить, а ты вот купи на сейле. Да, уже столько тысяч лет. Так что, Наташа, как у нас в... В Ватсонвилле запах потрясающий здесь. Хороший, да. Эвкалиптами действительно пахнет. Как у нас в Ватсонвилле с соотечественниками? Соотечественниками? Да. Прибывает. Прибывает у нас. В Наташином доме бьется пульс русской жизни Ватсонвилла. Поэтому она все знает. Нет, ведь к ней холодно, ветерочек есть. Кто приезжает в Ватсонвилл или Санта-Крус-Эри, должен регистрироваться у меня. У Наташи. Так. Там собачка, мне кажется, заинтересовалась какими-то аспектами. Он должен понюхать, что-то там пахнет. И так. Вот, пожалуйста. Так что, много наших-то? Ну, из этих 50 тысяч человек 10 наших есть. Всего? Да. Так. Ну, мы стараемся. Мы в меньшинстве. Мы умножаем население. Да. Плодимся. Наташа, почем? Давай так. Давай так, первый вопрос. Да. Насколько принято, живя в Ватсонвилле, ездить на работу куда-нибудь в Сан-Хосе? Принято это... Это практически все делают. То есть вот твой, да? Муж, да, да, ездил, он ездит. Да, ездил каждый день, можешь представить. Да. А сколько езды? Езды без трафика час. Всего? Да. А с трафиком это, естественно, и полтора, и два часа, вот как Ирина приехала. Где-то он с в НАСА работал, да? Где он у тебя работал? В НАСА. В НАСА. НАСА, потом Northrop Grumman. Да. Да, но он выезжал в 4 часа утра. Мама. Для того, чтобы приехать туда раньше. Да. И он уже там спал возле проходной. Слушай, ну это не наш образ жизни. Конечно, да. И просто подожди, не так, то есть не так он далеко ехал, живется. Он выезжал в 4 для того, чтобы просто доехать за час. Да, а если бы он выехал в 5, может быть, он бы уже ехал в 2. Полтора-два, да. Ага. Поэтому он эти полчаса, что сэкономил, он уже отдыхал возле проходной своего завода. И что, каждый день вот так? Да, каждый день. И помимо того, не только каждый день, и овертайм, и субботу, и воскресенье, это сверхурочно. Но ему хоть оплачивали? Конечно, да. Ему платили за овертайм среди недели с коэффициентом 1,5, да. А выходные 2, да. А на праздники с тройным коэффициентом. Да ты что? Да. А что же он такое делал-то, чтобы по празднику? Инженер качества. Наш? Да, ваш. Ну, да. Бомбейщик, только у него по военным делам всяким. Понял. Да. Вот, так он там и бомбы проверял, без и вот эти двигатели. А? Без погоны. Нет, он военный был тоже. То да, он даже захоронен на военном кладбище. Ой-ой-ой. Да. Ну хорошо, так значит, принято ездить там с ночевкой. Значит, теперь я шучу, да, он там досыпает перед проходной. Пару раз. Раньше зайти, да? Ну, у них военное предприятие, это всегда время от сих до сих. Если есть приказ выйти раньше, там все регистрируется. Я-то знаю, что, многие люди в долине, они приезжают пораньше, но и уезжают пораньше, и это как бы принято вот в айтишных компаниях. Это есть. Но у них это предприятие, поэтому он не может так приехать и уехать. Его давай покажем. Ну-ка, стань к дереву, мы покажем людям эвкалипт. Друзья, это Наташа. Вот. Ну, хороша, хороша. А это эвкалипт, который она присмотрела. Она же бесстыдница. Не Наташа бесстыдница? Нет, не Наташа бесстыдница. Эвкалипт называют бесстыдницей. Да. Как лавровый лист? Ну, эвкалипт это лавровый лист. Нет, солнышко, да, ну да, нет, да, ну, да, ну пожалуйста, да, ну не да. надо, ну не надо. Я не надо, люди начнут с эвкалипта. И вот, пожалуйста, это вот пикник-эрия, сюда можно приехать. Так. И на пикничок. Вот, я бы сказал, что она какая-то заброшенная. Ну то потому тут... что еще не сезон, это же да, зима. Да, прохладно. Еще ж не открыто. А, и туалет вот. А я так схожу. Вы знаете что, вот там уже песок. Вы видите, вон там уже песок. Там уже, наверное, вот туда
перемахнуть вот туда, и там уже будет океан. Вот мы сейчас и перемахнем. Мы обойдем. Как говорится, умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Да, да, это не наш стиль. Значит, Наташенька, значит, первый вопрос был по поводу того, что люди ездят, я понял. Вопрос второй. Если мы возьмем не из бросового, а из, ну, такого достойного жилья, это не обязательно дом там или таунхаус, ну, может быть, квартира. Вот почем, например, достойная квартира? Ну, допустим, там две спальни. Двухбедромная. Сейчас они очень поднялись в цене. Да. Ну, можно купить, по-моему, 1000 за 250-300. Нормальную квартиру? Да. Потому что вот у меня есть одна русская подружка здесь недалеко, да, из Питера приехала, так она вообще за 100 тысяч купила, когда цены упали. Да. Цены упали лет 6 назад? Ну да, 5, вот она так и купила. Да. То есть она купила за 100 тысяч такую, что стоит сейчас, например, 250. Да, да, да. Ну, квартира, конечно, по размерам очень приличная. А сколько стоит сорендовать такую квартиру, если человек не хочет покупать, а хочет просто снять? Ну, такую квартиру можно купить, арендовать за 2000, 1800. Квартиру? Да. Да помилуй, так это жуткие деньги. Конечно. Так как же получается? Тогда получается, что это хорошее вложение. Если можно купить там за 250 тысяч и сдать за 2, то это очень хорошее вложение. Но вложение лучше, чем во Флориде. Там коэффициент идет 1,5. Что такое 1,5? Ну вот если просчитать сейчас 200 тысяч или 250 вложила, 2 получила, это меньше 1. Меньше единицы. Понял, да. А там, если ты купил за 200, то сдашь за 3000. Что-то я как-то очень сомневаюсь. А я так делаю. Это на примере моем. Да. У меня вот такие дома. Это в каком же это месте? Форт Лаудердейл. Это хорошее место. Но подожди, но это тогда не квартира, это тогда целый дом. Нет, это получается дом. Триплекс я купила. Дом с тремя квартирами? Да, двухбедромный. Подожди, но это люди постоянно живут или они приезжают на две недели? Постоянно. Некоторые там живут по 17-20 лет. А зачем же они так снимают? Могли бы купить, например. Это же безумно невыгодно. Очень странно. Потому что не все могут даже позволить себе купить. Но могут позволить платить 3000 в месяц. Ну, это 3 квартиры с трех семей. Получается по 1000. 200 тысяч – это стоит дом из трех квартир. Да, да, да. И этот дом из трех квартир сдается за… 3000. За 3000 три квартиры. Три квартиры. Тогда я понял. Да, проще. Люди платят по 1000. Да, по 1000. Хорошо. Я хотела обратить внимание на вот это дерево. Смотри, как красиво. Ой. Можно туда. Оно прям как игрушечное какое-то. Да, да, прям вот необычно. Можно. Давай подойдем. Попозировать. Слушай, действительно очень интересное дерево. И почему они такие? Потому что от океана ветер. Так. И получается, когда оно маленькое, стройненькое было, покосилось, и вот так стало. Давай мы, знаешь что? Давай мы насчет инвестирования немножко уточним. Ага. Сдается за 3000 такой дом сразу, как ты его купил, или он был куплен за эти 200 тысяч давным-давно, а сейчас сдается за 3000? Ну, он немножко подрос в цене сейчас. Ну да, то есть... Но уже 300 тысяч. То есть, значит, если пойти купить такой, то у тебя не получится 1,5 вот это соотношение, а будет все-таки там 1%. Я когда покупала, был 1,5. А все-таки так? Да. Ага. И сейчас вот, а другой дом вот как раз идет, так и есть, 100 и 1500. Так как тоже все должен за тебя сдавать там? А у меня менеджеры работают. Понял. Хорошие мальчики. Тогда нужно ему платить денежку. Да, небольшую. И выгоднее покупать, это мое мнение. Да. Триплекс, дуплекс, потому что ты нанимаешь человека на один дом, Наташа, 3 раза. 12-15 квартир еще выгоднее в одном доме. Ну да, конечно. Не, но 12-15 квартир там home association надо платить. Нет, это если кондо. Ну да, а что? А если просто купила себе апартмент-комплекс? Если так, ты снимаешь с себя ответственность по уходу за конечно, вокруг конечно. Дома, то, пожалуйста, так, конечно, выгоднее.
потому что меньше расходов и проще нанять человека, и платить ему будешь меньше намного, потому что одно здание. Вот, надо. Друзья, если кто-то задумался, как вложить 200 тысяч, да, пожалуйста. Какую, обращайтесь ко мне. Какая есть минимальная сумма, которую вот ты, например, могла бы вложить и сказала бы, вот я сейчас хорошо положу, вот скажем, 10 тысяч можно хорошо положить? 10 тысяч? Ну, это ты должен брать лон, заем. Не, ну, 10 тысяч, чтобы купить. Ну, новичку не дадут заем. Вот он только приехал с самолета, сошел. А, вот ну на да. кеш. Вот. Какая минимальная сумма кешем, чтобы можно было что-то инвестировать? Вообще инвестировать. Вот из того, что ты знаешь. Ну, из опыта моих друзей. Да. Из опыта моих друзей. Я знаю, что у людей было там 20-30 тысяч. Они поехали, купили дом и сдают его. Ну, подожди. В кредит. Ну, кредит. Нет, ну, в кредит это другое. Да. Это мы не говорим 20 тысяч down payment, а мы говорим вот просто за 20 тысяч что-нибудь купить. Ну, за 30, за 50 тысяч. Ну, я не думаю. В это, нет, ну, понятно, можно поехать в Неваду и там что-то купить. Нет, это не хотелось. За 50 тысяч? 50 тысяч по Америке нет. Нет, ну, в начальную сумму вложить. Так, хорошо. А это вот мы подошли к резорту. Это вот резорт, это какой-то да, база отдыха. Что это? База, друзья, это пансионат. Пансионат. Как-нибудь... Пансионат, это вообще как? А? Пансионат, это как? Ну, с пансионом, Света, с пансионом. Купил курсовку, да нет, ну, курсовку, да, можете купить курсовку. Ну, откуда тут что, продаются такие путевки? Сюда? Да, да, да. А тут еще ну, и кормят? Вот, такие, вот как вузов, что ли? Ты можешь готовить там, ты можешь... Я понял, можете снять квартирку. Да, на недельку. И на недельку будет стоить 1003. Вот этот резорт. 1003 за недельку снять? Да. Это значит что-нибудь... $500 в ночь, там $600 в ночь за... Что-то это дорого очень. Ну, люди снимают. Это можно за хорошую гостиницу снять. Да. Ну, это вот... Более чем хорошая. Тут как бы закрыто, мы туда не пойдем. Это так. Просто показало вот этот резерв. Понял. Это эксклюзив, друзья. Правильно. Это эксклюзив. И тут, конечно, с эвкалиптами, чтобы дышать. Да. Значит, за запах эвкалиптов отдельные деньги. Так, а мы-то куда идем? Так, а мы куда? Вот туда мы пойдем. Куда? Чарли, сейчас мы вернемся. Надо просто показать. Так. Вот сюда пролезем. И вот там, а там уже поля, друзья, там уже и поливают. И вот отсюда видно как раз хорошо горы, которые обрамляют вот этот город со всех сторон, с трех сторон. Горы обрамляют. Там, наверное, был какой-нибудь абрам. Наверное. И эти, после это этого, и после направо. Этого он, значит, абрам уже обрамлял. Смотри. Что? Цветочки уже расцвели. Так, да. Это местная красивая растительность, которая обычно растет возле океана. Возле океана. Она еще пахнет потрясающе. Это наподобие таких у нас дома, да? Ай, хорошо. У нас маленькие. Хорошо растет. А, хорошо. Мы сейчас идем к океану. Я подозреваю, что там ветрено. И, может быть, там ветер будет задувать в микрофон. Хотя, может быть, уже и сейчас малька задувает. А вот как выглядят эвкалипты, тоже попарно? Да, эвкалипты падучие. Так. Да. Отсюда видно. И вот резорт по $500 в ночь. Ты не поймешь чего. Но зато у воды. Так, Наташа, почему здесь нельзя выкупаться? Потому что холодно. Круглый год температура океана 13-14 градусов. Но за такие деньги могли бы уже и подогреть. Ну, я думаю, что да. Но в Монтерее еще дороже стоит ресурс. Так. И вода холоднее, да. Как, не такая же? Холоднее даже? Я думаю, что да. А почему здесь, же у нас тут теплее? Потому что у нас здесь лагуна. Так. И в лагуне она немножко еще хоть чуть-чуть прогревается. Видите, мы по песочку идем. Мы идем по песку. И такой как ковыль, так у нас. Так. И вот сейчас океан будет. О, мы уже, друзья, Наташа еще не видит океан. А я вижу. Поскольку она ростом... это легенда такая. А, понятно. Вот, А вы уже видите, потому что я камеру поднял вверх. Вот он. Ой, мама. Он гораздо ближе, чем я себе думал. А? Слушай, гораздо ближе, чем могло показаться. Да. Так
Такое ощущение, что здесь машина ездит, где мы да, идем. Здесь ездит машина. Проезжают, да? Потому что здесь ездит этот Life Guardian. А, понял, понял, спасатели. Да. Так. Ну, сейчас как бы не сезон, они выносят и куртку, и вот, пожалуйста, пляж. Ой, как бы нетронутая природа. Забирающий товарищ. Да, друзья, человек, пляж найдет, найдет, где позагорать преданному телу. Так, я извиняюсь за тряску, но условия прохождения по песку очень сложные. Хотя сейчас вот явно будет попроще, тут уплотняется песочек. Да. Мы возвращаемся с пляжа, там так ветрено было, что я практически так и даже не снимал, ну, потому что, ну, сложно, там слова не скажешь. Вот, вот этот резорт, там что-то написано private property, у них есть лесенки такие прямо туда, к пляжу, но у каждого лесенка написано, тут не ходить, только для своих. Я вот тут поближе к эвкалипту, такому падшему, подойду. Вы знаете, запахи тут сказочные. Я сожалею, камера не передает, но действительно очень здорово. Очень-очень здорово пахнет. Прям так хорошо, даже не знаю. Ощущение такое, что вот дыхательные пути прочищаются. Да. Вот там наш женский коллектив. А я тут, можно сказать, в куст забрался. И даже здесь, друзья, думаете, тут написано там, Вася и Петя были здесь? Нет. Там какие-то еще люди были. Тоже не поленились. Оставили о себе память.